специальное предложение только сегодняшнего дня. Это демисезонная куртка Джесси, которая является самой выгодной покупкой и самой желанной сейчас. Когда сейчас у нас меняется погода, мы с вами не знаем, когда утром проснемся и что будет на улице, дождь, ветер или просто станет прохладно, то выбирая такую куртку, вы всегда уверены, что вам будет комфортно. Безусловно, супер актуальное предложение уже для этого сезона. Да, куртка невероятно легкая, но при этом супер теплая. Давайте обо всем говорить детально. Прямой, лаконичный крой, функциональные детали, а именно дизайн куртки продуман до мелочей. Идеальный вариант для современной стильной женщины, то есть для вас, мои дорогие, горячо любимые модницы. Ваш яркий образ для наступающей осени, потом для весны и для теплой европейской зимы. Современный синтепон в наполнителе куртки делает ее легкой, но при этом очень теплой. Наслаждайтесь долгими прогулками или поездкой на работу. Комфорт вам в этой куртке обеспечен. Наша куртка – пример многофункциональности и универсальности. Это сочетание практичности, комфорта, безупречного стиля, доступной цены, эффектные детали и, конечно же, благодаря прямому крою посадка под любой тип фигуры дистанционно просто идеально. И сразу хочу обратить ваше внимание на подкладку. Какая она яркая. Цветочный принт с бутой или, как еще говорят, принт пейсли. И вот под этой роскошной подкладкой и скрывается тот легкий синтепон, но который дает очень хорошее тепло. Вот этот цвет пудровый, кстати, мои дорогие, горячо любимые модницы. То есть, по факту в жизни, он, знаете, серый с понтоном таким сиреневым, но при заказе пудровый. Следующий цвет. Серый цвет. Цвет доверия. И этот цвет, сейчас я знаю, уже начинает выбиваться в лидеры. Вот этот цвет, синий цвет, приглушенный синий, очень такой, знаете, ну, я бы сказал, глубокий даже оттенок. Классика, черный, безусловно. Здесь очень акцентно смотрятся вот такие дизайнерские вещи. И есть у нас еще розовый цвет при заказе, который выбирает наша модель Акси. А, наша ведущая, да. Арина Нагаева. Я выбираю для себя розовый цвет, нежная пудра. Посмотрите, ну, пудровый у нас отдельно, да, получается? И розовый цвет, да. Правильно я понимаю? Все, определилась, я просто не сразу поняла. 4999 рублей, самая выгодная покупка сегодня в течение дня на телеканале Shopping Show. Цена только сегодня. Вы знаете, это идеальная первая покупка на телеканале Shopping Show. Цена будет еще более доступна, если вы оплатите свой заказ сразу картой онлайн. Цена составит 4749 рублей. На этот лот уже автоматически действует бесплатная доставка по всей России и возможность сегодня ничего не оплачивать, оплатить свою куртку при получении на почте. Доставка курьером работает в пунктах выдачи у наших партнеров. Как вам будет удобно. И еще очень важная деталь. Я всегда говорю об этом, что на телеканале Shopping Show расширенный период возврата. Вы всегда в течение 30 дней можете вернуть товар, если по каким-то причинам он вам не подошел. Сегодня мы экономим 40% в то время, когда в магазинах цены на демисезонные куртки поднимаются снова и снова. Расскажи, пожалуйста, как правильно выбрать размер куртки? Мои дорогие, горячо любимые модницы, я прекрасно знаю, что для вас важны и нужны точные цифры, точные замеры. Берем размер в размер. Итак, полуобхват у нас идет 58 сантиметров. Это полуобхват. Соответственно, сколько? Почти 120 сантиметров у нас идет полный обхват. Теперь давайте по плечам и обязательно по длине. Да, время ограничено, хочется успеть показать вам все. Кстати, глубокий капюшон вы видите. По плечам в 52 размере мы видим, внимание, 44, почти 45 сантиметров. И теперь длина, напомню, заказываем размер в размер. Длина у нас идет, 90 сантиметров. Отлично, зона бедра закрыта, соответственно, о здоровье тоже заботимся, прикрывая зону бедра, прикрывая поясницу, свобода, комфорт, подстройка под ваш тип фигуры. Очень легкая, действительно легкая сезонная куртка. Да, и вот действительно бедро прикрывает, если вдруг вы на остановке решили присесть, пока ждете своего автобуса, вот как удобно будет. А, и вот, кстати, Аня демонстрирует нам реверсивную молнию, о которой ты как раз и говорил. А у нас уже очень много отзывов по поводу заказов. Самый популярный цвет становится сейчас
розовый, который я выбираю для себя. Розовый всегда популярен. Также у нас есть серый, более практичный вариант. У нас есть черный цвет. Звоните, заказывайте. Такая куртка у нас очень быстро разлетается. Милада написала нам, телезрительница, отличная модная куртка. Буду носить и зимой в нашем климате. Город Кисловодск, пожалуйста. Вот такая мягкая европейская, да, так сказать, зима. Она позволяет нам такой курткой пользоваться просто 3 сезона подряд. Вот смотрите, даже если подул сильный-сильный ветер, мы знаем, бывают такие модели курток, когда функциональная молния, а здесь она контрастная, глянцевая, бывает еще таким клапаном дополнительным закрыта. И вы знаете, что этот клапан не позволяет продувать ветру. Здесь же этот клапан, вот он идет изнутри. Соответственно, несмотря на то, что молния не закрыта, но тем не менее от сильного ветра вы защищены. Молния реверсивная, такая же молния... А, кстати, молния у нас еще на карманах. Карманы глубокие. Открываем. У нас есть внутренний карман. Ариночка, подержи, помоги, пожалуйста. Вот, пожалуйста, карман здесь под документы у нас присутствует. Какая яркая подкладка идет. Не стыдно, да, показать? Не стыдно, конечно, естественно. Наоборот, гордиться надо. Есть петелька, удобство хранения. Соответственно, но если нет специальной системы хранения, если, ну, вдруг нет плечика, ну, не всегда это возможно. Хорошо. Подождите, а если пришли в театр, всегда там просят, ай-яй-яй, а где же у вас вот петелечка-то, да? А, нет, тогда плечики 100 рублей или 150 рублей, конечно, а как ты хотела. А здесь так удобно хранить. Легкая, воздушная, за счет чего? Синтепон. Но при всем при этом она такая теплая, не промокает, не продувает. Занимает мало места, если скрутить. Вот смотрите. Я говорю, докажи, что она легкая. Пушинку нашу подбрасываю. Она практически зависает в воздухе, вы видите? Парит. А теперь давайте... Парит. А теперь давайте скручу-сверчу, но запутать не хочу. А теперь мы летим на самолете, у нас только ручная кладь. Не взяли с собой чемоданы, чтобы не стоять там вот в очереди. Вы видите, у меня... В ладони помещается. Вы потеряли просто уже свою любимую куртку. А теперь, пожалуйста, развернул, она даже не помялась. Слушайте, роскошный вариант. Вот мы, да, говорим про путешествия. Пожалуйста, мы говорим с вами про походы на работу. Джинсы, классические брюки, жакеты. Классический юбка-карандаш. Я, допустим, вот выбираю для себя нашу премьеру. Это костюм от бренда Almodi. Вот, пожалуйста, смотрите, редко какой пуховик будет так идеально сочетаться и с классическим образом. Звоните, успевайте. Вот хороша ложка к обеду, да? Есть такая поговорка. Обожаю, и вот сейчас мы говорим с вами именно об актуальности, но цена при этом не завышена. Мы оставляем вам цену закупки.